Всем привет-привет, меня зовут Эльвира, и вы на моем канале Эльвира Костенко. Девчоночки, продолжим о хлопках. Я просто прошлое видео начала, поняла, что там и толстые, и тонкие у меня, и больше рассказала о толстеньких хлопках для кардиганов, для джемперов. Ну и теперь пойдем по тоненькому хлопку, причем сюда же я взяла микрофибру, потому что мне кажется, что микрофибра как нельзя лучше подходит на лето. Но, во всяком случае, мне в ней не жарко. Сначала хочу вам показать бобинки. Есть вот такие бобинки. Это Китай, фабричный Китай No Wolle. Состав у нас здесь 5% кашемир, 95% хлопок. И да, я показываю это как пряжу для летних изделий. Девочки, 5% кашемира в составе придадут только мягкость. Кашемир, как вы знаете, гидроскопичен. Для лета его вполне себе применяют. Здесь у нас 1600 метров на 100 грамм. Вот такая есть пряжа. Это очень тоненькая, да, как кабле. И еще одна пряжа фабричного Китая. А называется она Акозу. Здесь 40 конопля и 60 хлопок. И она тоже очень тоненькая. 1560 метров на 100 грамм. Два цвета всего есть. Вот такой остаточек. Он такой, знаете, нежно-нежно-мятный. Если этот светлая-светлая зелень практически белый, то этот более мятный. И есть еще белый. Поэтому я, собственно, так их вам быстренько показываю, потому что в Акозу, конечно, цветов уже нет. В Элле там еще 4 цвета осталось, а в Акозу уже цветов нет. Огромнейший выбор палитры Ализе Дива. Силки эффект. Все ее знают. На 100 грамм 350 метров. Если вам эта пряжа кажется толстенькой, хотя она отнюдь не толстая, да? Здесь у нас состав 100% микрофибра. Вот такие характеристики. Но если все же она вам кажется толстенькой, то у Дивы, по-моему, с прошлого года есть вот такая новиночка. Тоже Ализе Дива Силки Эффект, но с приставкой Fine. Вы все знаете, что у Ализе Fine означает более тонкий метраж. И здесь у нас на 100 грамм 600 метров. Вот смотрите, если здесь 350, то здесь 600. Такой же огромный выбор палитры и у Ализе Дива Fine. Ну, конкретно этот номер цвета 576, если кто заинтересовался, это тоже 100% микрофибра. Этот цвет достаточно популярный, как, собственно, и этот. Этот 168 морская ракушка. Видите? Вот я даже провязала образец, девочки, он был больше. Но поскольку я его не постирала, я не могла придумать, как мне парить, не парить. Нечаянно я его уронила на пол, он моментально распускается. Это надо учесть у Дивы. Она такая и есть. Также есть Дива Амбре. Она классического метража. 330 здесь выходит на 100 грамм. Но здесь намотка 250. И длина 875 метров. Это переход плавный. Амбре без всяких меланжей. Чистый, красивый переход. Очень красивая пряжа. У Оли Куруновой связанное из нее платье. Мне очень нравится. Маргарита много вяжет из Дивы. Еще есть, девочки, Дива Батик. Я ее почему-то не взяла. Это та Дива, которая окрашена более короткими секциями. Ну и раз мы уже пошли по микрофибре, то хочу показать вам вот такую семеновскую пряжу. Это фантазийная линия, как вы видите, да? Называется она косичка, пигтейл косичка. Здесь состав вискоза 60% и полиэстер 40%. В 100 граммах 313 метров. Девочки, не знаю, фокусируется вам или нет. Вот тоже у меня очень много спрашивают пряжу для сеточек. Девочки, мне кажется, в сеточке она невероятно красиво смотрится. Я не нашла моточек, который я вязала образец, но я себе вязала именно образец сетки из нее. Просто чудесно. Ну, также она пойдет и на топы, и на все остальное. И, кстати говоря, девочки, из Дива можно связать отличную футболочку, и в ней не будет жарко. Но
мы же не говорим о жаре свыше 30 градусов. Выше 30 градусов не то, что в вязаных изделиях. Мне кажется, даже просто в любом изделии находиться очень жарко. Ну, я, например, так. Я очень плохо переношу. Я люблю тепло, но я плохо переношу жару. Свыше 30 это уже прям слишком. Фила дискозия, девочки, номер 5. И мне кажется, у меня есть номер 8. Я взяла ее. Ириса даже 2 взяла. А Фила дискозия, девочки, есть номер 5 и номер 8. Они там чуть-чуть отличаются по толщине. Здесь в 50 граммах 226 метров. То есть на 100 грамм это 452 метра. Это 100% мерсеризованный хлопок. Характеристики, наверное, нам заклеили тут, да? Вот они. Нет, не заклеили. Вот, смотрите. Так вам не отсвечивает. Рекомендации, характеристики, все есть. Это очень тонкий хлопок. Ну уж куда тоньше, девчонки. Так же, как и ирис. Здесь у нас вообще на 50 грамм 450 метров. 100% мерсеризованный хлопок. То же самое, характеристики. Это еще тоньше. Я бы вообще эту пряжу с чем-нибудь скомбинировала. Хотя бы даже с той же дивой. Чтобы дива у вас не плыла, как многие говорят. Хотя дива на самом деле, если вы ее отпариваете, она после отпаривания вообще никуда не меняется. Но она растягивается при отпаривании. Если вы не хотите ее парить, то она останется точно такой же, как вы связали. Она никуда не меняется. Ну, к бамбуку, например, да, можно добавить. Можно к ирису добавить там конопли, например, той же самой, да, где наша акозу. Вот так можно добавить. Все, что угодно можно к ней придумать, девочки, в том числе, можно ее добавить к мотыльку, который нещадно косит, и она, возможно, уберет косину. И можно добавить к пехорки конопляна, если вам не хватает толщины. То есть все это только ваше видение, понимаете, как вы. А это я одинаковые взяла, да, это я одинаковые взяла, пока уберу. Все это как вы видите. Тоже семеновская, 100%, это летняя серия, Хитмакс, 100% хлопок. Я взяла самый тонкий 590 метров, но у них есть и хлопок 385 метров, и 295 метров. Заходите, смотрите, у семеновской хлопка много. Здесь 590 метров на 100 грамм. Рекомендации по спицам и крючку от 1,2 до 1,5. 100% хлопок. Ниточка чудеснейшая. Кто вязал, ниточка чудеснейшая. Все ее знают. Тоже очень тонкая. Куда уже тоньше, да? И я взяла Крок Макс. Я вам вчера показывала Глейд. Не могла вспомнить, как называется тот же состав. Это тоже летняя серия Семеновской фабрики, только более тонкий. Здесь 575 метров на 100 грамм. И состав здесь 34 хлопок, 33 лен и 33 вискоза. Это то же самое, что и Глейд. То же самое, что и Крестьянка. Только в другом метраже. Более того, в прошлом году была крестьянка еще в бобинах 1600 метров на 100 грамм. Вообще было шикарно. Но сейчас пока Семеновская не производит пряжу со льном. И я жду не дождусь, когда она снова начнет ее производить. Но на остатках Крок Макс еще есть. И Глейд есть. И крестьянка на остатках еще есть. Так что вы вполне себе можете посмотреть и что-то выбрать. Да, мало цветов, но, к сожалению, пока так. Пехорка успешная, девочки. Очень-очень красивый. Невозможно передать точный его цвет. Наверное, он соответствует названию. Но это нечто коричневое с брусничным и шоколадным. И все это вместе. Здесь у нас в 50 граммах 220 метров. Это тоже 100% мерсеризованный хлопок. Вот такие характеристики. И это тоже очень-очень тоненькая пряжа, пехорка. То есть тонкая,
Велтус – это ирисы и филодискозия. Семеновская – это крок макс и хит макс. Пехорка – это успешная и ажурная. Ажурная у нас еще тоньше. Это цвет сирень, кстати, очень красивый цвет. Здесь у нас в 50 граммах 280 метров. И это тоже 100% мерсеризованный хлопок, девочки. Вот такие характеристики. Пожалуйста. Уж тонкой пряжи, девчонки, у нас хоть завались, если честно. Потом взяла вот такую Ярнард бегония. Я ее обожаю. У меня много вещей из бегонии. Если я найду, девочки, я тут недавно в компьютере откопала фоточки кое-какие. Если я найду, я вам ставлю. Она не очень тоненькая, но все же я считаю на 100 грамм здесь 320, даже 338, да, метров. 169 на 2, кто может быстро умножить, но вроде бы 338. Это 100% хлопок. Чем мне нравится бегония? Она просто, ну, мне кажется, самая удобная в спицах. В крючке она тоже пойдет, но в спицах этот метраж в одну ниточку отлично. Ну, покажу вам. Там и детских у меня много платьев, и мое платье. Я его, конечно, уже давным-давно подарила, потому что она как бы не по возрасту, но в свое время носила. Вот такие характеристики. Очень хороший хлопочек, девочки. Да, он постепенно как-то пропадает, но тем не менее еще есть. Коко от Вита. Тоже, девчонки, девочки вяжут из нее и ленточное кружево, и ирландское кружево. Это 100% мерсеризованный хлопок от Ярнард. Здесь вот такие у нас характеристики. А метраж мы что, заклеили? А, нет, вот же метраж написан. Здесь 240 метров на 50 грамм. То есть это 480 метров на 100 грамм. Она как бы тоненькая. Я, именно я, почему-то не полюбила Коко. Возможно, я связала из него не очень удачную модель. Я покажу платье, которое у меня. Оно выглядит прекрасно. Всем оно нравится безумно. Но мне оно кажется тяжеловатым, девчонки. Я уж не помню, какой у меня расход, но, наверное, мотков 6-7 точно. Но мне оно кажется каким-то, ну, даже не тяжеловатым, а, знаете, не пластичным. Вы знаете, да, что я не люблю непластичные вещи. Вот каков я вязала крючком, и мне он показался непластичным. Если, например, ажурная пехорка или успешная пехорка, в крючке просто, ну, кстати, успешная в спицах тоже, в крючке просто замечательная, пластичная, мягкая. Вот я бы такое платье повторила из успешной. У нас, кстати, Светочка, вы все ее знаете, канал «Танцы дома», она недавно выпустила ролик, она связала платье из успешной «Зеленое яблоко» крючком. Очень красивое платье. И вот мне кажется, из успешной вот платья, которое я вязала из Коко, меня бы устроило. Коко немножечко мне показалось слишком формоустойчивой. То есть, если вы хотите что-то формоустойчивое, ну, а я так понимаю, что многие там вяжут летние кардиганы, в том числе, если вы будете вязать мотивами, то это самое то. Коко самое то, на мотивы, на крючок, на ленточное кружево, на ирландское кружево, самое то. Ну, хотя Ирландию я бы все-таки вязала потоньше, но я совсем не люблю вязать Ирландию, и не, ну, я это делала очень давно, еще лет 20. Ну, как-то не мое. Собирать потом это все не мое. Я могу кому угодно навязать этих мелких изделий, там, фрагментов, да, сколько угодно, но потом собирать, нет, уже зрение не то, уже все. Вот такая пряжа мне очень нравится, я еще буду рассказывать о ней подробнее. Это мотылек от Comtex, здесь 70% хлопок, 30% лавсан. Тоже, если получится, вставлю фотографию своего топа, я его обожаю. Буду рассказывать подробнее, потому что мы будем подбирать под нее цвета кабле. Здесь у нас на 50 грамм 140 метров, это 280 метров на 100 грамм. На спице в одну нить, это совершенно не толстый топ. Я ношу с удовольствием в самую жару, в нем абсолютно не жарко, девочки. Абсолютно не жарко.
Конопляная от пихорки, тоже будет ролик о ней более подробно. Опять-таки мы будем подбирать цвета кабле к ней. Почему? Потому что конопляная все-таки в одну ниточку тонковатая, в две толстоватая. Здесь у нас 30% конопля, 70% хлопок. Вот такие у нас здесь характеристики. Здесь у нас 280 метров на 50 грамм, это 560 метров на 100 грамм. И вязать его в одну ниточку, конечно, сложновато, а вот с одной ниточкой кабле будет великолепно. Или же, опять-таки, тонкая конопля с хлопком, да, тоже можно добавить. Кто любит более пластичное, можно добавить вискозу. Вискоза тоже есть. То есть, ну, девчонки, фантазировать. Нужно фантазировать. Конопляная тоже тонкая. Всем известная, всеми любимая Анна 16 от Сиам. Здесь у нас на 100 грамм 530 метров. Это 100% мерсеризованный хлопок. Девочки, здесь, правда, половину заклеено. Надеюсь, вам хоть чуть-чуть видно. Я не вязала, мне кажется, Анну спицами, но крючком я ее вязала, не перевязала. Тоже, если найду, оставлю вам последнее платье, которое я вязала на заказ. Только вот не знаю, будет ли оно у меня в готовом виде или в процессе. Ну и то, если найду, девочки, потому что все это было в Инстаграм. В Инстаграм я уже давным-давно не захожу, у меня не получается. Но из Анны 16 много блогеров вяжут. Очень. И у Ирочки Маркеловой, и у Маргариточки Герасимовой, и у Маришки, канал у Маришки, интересно. Очень много таких изделий. Девчонки ее любят. Наверняка у многих других. Ну, просто у меня есть, да, свои любимые блогеры. Вы знаете, их не так много. Ну, вот, которые я смотрю постоянно. Поэтому, естественно, я о них и говорю. Из Анны 16 вяжут много. Очень красивый цвет. Цвет перламутр. Кстати, да, как хорошо подходит этот цвет. Какой это 373-й код цвета, если кого-то заинтересовал. Но палитра Анны тоже большая. И, девочки, Rose Garden. В прошлый раз вам о нем сказала, по-моему, а показать забыла. Это вот такая пряжа. Она как раз с меланжевыми переходами, я вам рассказывала. То есть здесь одна ниточка убирается, другой цвет добавляется. И так постепенно, и получается плавный переход меланжевым способом. Это 313 код, если кому-то интересно. Yarn Art Rose Garden. Здесь у нас на 250 грамм 1000 метров. Это, по-моему, 400 метров на 100 грамм получается, если я не ошибаюсь. Это 100% хлопок. Очень и очень приятная ниточка. Я так давно ее хотела попробовать. Наконец попробовала. Сразу вам покажу образец. Раз уж он у меня здесь. Не захотела я доставать новый. Вот. Вот такой переход цвета. Видите, уже начался первый. Вот, хорошо видно. Здесь серый, а здесь уже серый со светло-серым. По-моему, у меня уже вот здесь пошла вторая нитка. Да, вот здесь уже две ниточки светло-серой. Здесь где-то одна, а здесь уже где-то две. Еще плохо видно, но ничего. Я потихоньку двигаю. Я особенно не спешу, потому что это не быстрый, конечно, процесс. Но, девочки, вот это тактильно, пластичное, приятное. Вот что мне не понравилось в какой, здесь, конечно, отсутствует. Это пластичность пластичная. Но кому-то нужно и формодержащий хлопок. Поэтому какого? Поэтому и Heat Max, давайте уже вот это уберу, и поэтому и Heat Max, и Croc Max, они тоже будут формодержащие. Вот такой, девочки, тоненький хлопок. Возможно, я еще что-то забыла. Я могла. Но вроде бы я все уже достала. Очень жду еще, девочки, крапиву. Раньше у пихорки еще была крапивная, кроме конопляной,
где у нас тут конопляная. Еще была крапивная. У меня она была, у нас девочка из группы Светочка связала себе шикарную майку. Она просто невероятно легкая, вот на самую-самую жару. Вот крапива, конопля, конечно, на самую-самую жару. Причем она конопляную вязала в одну ниточку, не помню на каких спицах. Девочки, если я найду, я вставлю фотографию, но все эти фотографии есть на Дзен. Дзен позволяет оставлять статьи, посты, где можно поделиться с вами фотографиями, описаниями под эти фотографии. Вы можете прям нажать на раздел «Посты» или «Статьи». Их там у меня не так уж много, потому что я лентяйка. Сейчас я вам постараюсь показать, не знаю, получится или нет. Вот сегодняшняя статья. Мы продолжаем подбирать палитру цветов по фото. Вот такая у нас палитра. И мы к ней подбираем цвета Лидии. Причем, девочки, вы можете написать мне, возможно, я выбрала не все цвета. Кстати, я здесь забыла оставить ссылочку на Лидию. Ну, я сейчас поправлю, оставлю. Вы можете посмотреть сами и определить, так я подобрала цвета или нет, предложить что-то свое. А вообще, вот статьи. И здесь только статьи. Вот, кстати, Светочкино платье из пехорки «Успешное зеленое яблоко». Я вам говорила о нем. Вы можете перейти. Это канал «Танцы дома». Это я делала репост. Расход все у нее. Видите? И такие посты я оставляю всегда. Вот Алиса, пожалуйста, из Лидочки. Это Лидию она так ласково называет. Вот, пожалуйста, Маргарита. Из Анны 16, да? Я только что вам это проговорила. Я сама забыла даже, что сделала репост. Но, как видите, сделала. Не поленилась. Вот. Ну, здесь палитра. Здесь много моих девочек, много их работ. Кстати, вот огромная-огромная статья про носки. Это все только, что девочки выставили в нашей группе «Клуб друзей магазина Дель» за месяц, за май. А в июне там еще больше. И вот что девчонки вяжут, я, бывает, показываю. Я, конечно, рассказываю, показываю. Вот это, по-моему, как раз Росгарден. Да, девочки, это Ариадна связала, это как раз Росгарден. Но так как фото было такое домашнее еще до ВТО, мы, простите, обрезали верх и низ. По желанию Ариадны мы обрезали верх и низ. Вот эти носочки, девочки, я тоже рассказываю. Вот у меня есть вот такие ролики, где я рассказываю о том, как вязать ленивый жаккард, где я рассказываю, как связать вот такие носочки. И у нас Света посмотрела мой ролик и связала совершенно иначе, не по моему ролику, девочки. Она вязала по-другому, откладывая ленивый жаккард. Посмотрите, какая красота у нее получилась. Вот это то, чего хотелось мне добиться вот этими своими роликами, что я пыталась вам здесь рассказать, что неважно ни схема, ни мастер-класса, ничего. Главное знать принцип такого вязания, и вы можете, раскладывая петли по-другому, создать свое невероятное изделие. Это у нас девушка Мира есть такая. Посмотрите, какой шикарный плед она связала. Ну, в общем, я увлеклась, девочки. Тут много чего. Вот у меня был лен в продаже. По-моему, еще что-то осталось. Тоже уже изделие готово. Наташенька связала. То есть не обязательно мне вязать образцы, девочки. Вы вполне себе можете посмотреть. Вот, пожалуйста, новинка «Симфония Дрем». Тоже Света, канал «Танцы дома», связала вот такую футболку «Чайка-шоколад». Кстати, по ее объяснялке Эльвира связала уже джемперс, тоже с нашего клуба «Моя тезка». Очень красивый. Я решила тоже посмотрю Светину объяснялку, сделаю, как она делала. Я еще не смотрела, я посмотрела только готовое изделие. Вот пехорка элегантная есть у меня в магазине. Посмотрите, какой чудесный свитер у Лены. Ну, короче говоря, вот вы нажимаете на статьи и можете посмотреть статьи. Нажимаете на ролики, здесь будут все короткие ролики. Нажимаете на видео, здесь будут только видео. То есть в Дзене очень удобно. Честное слово, я раньше думала, что удобнее в Ютубе, поскольку там папки, там все такое. Нет, нет. Вот здесь мне, если я знаю, что я не могу сейчас прослушать видео голосовое, нажимаю на статьи и все это читаю, понимаете? А в YouTube не открываются картинки.
Кстати говоря, очень жалко, что нет такой функции в Рутубе. Но зато в Рутубе можно вести прямые эфиры. Вот. Так, девочки, по-моему, я вам рассказала все, что хотела рассказать о хлопке. Поэтому я пойду дальше. Мне нужно теперь к конопле, вернее, мне нужно теперь к конопляной и к мотыльку поподбирать цвета. Еще просили к детскому хлопку подобрать цвета кабле перламутр. Ну, кстати, девочки, вот тоже. Она может быть толстовата, я сейчас другую поищу. Но к детскому хлопку там определенный цвет. Конопляным почти всем просили, мотылек несколько цветов. Так что будем подбирать цвета кабле. А этот ролик я буду монтировать, выкладывать. Надеюсь, он окажется для вас полезным. Девочки, вставляла фотографии, и все, короче, запуталось. Вот это платье из коко, которое не очень пластично. Хотя вот этот детский комплект из коко очень отлично сидит. И также пляжная туника тоже из коко. И юбочка пляжная мотивами тоже из коко. Это у нас успешная от Пехорки, тоже пляжная туника. Детское платье из Пехорки успешная. Комплект сарафан и болеро тоже из успешной. Это мое платье из бегонии. Не могу по-другому показать там коллеги. Не знаю, можно их показывать или нет. И этот топ тоже из бегонии. И вот это платье из бегонии. А вот это все ирис. Все детские платья я очень люблю вязать из риса. Вот так. Всем пока-пока и всем прекрасного настроения!